престарелому сорванцу. У тебя возраст. Старайся быть воспитанным. Не имея воспитания, это непросто. Я теперь понимаю. Ребята, я готов делать паузы. Но не очень длинные. Это, говорится, сами себя задерживаете. Это мои советы человеку моего возраста без всякого воспитания. Послушай меня, я такой же. Совет один. Не подавай руку женщине. Не вытаскивай ее руку из-за спины. Или не жми ее там. Пожал, выпускай. Не держи руку, которую пожал. Здороваясь с другими, выпускай все предыдущие руки. Не цепляйся за них. Не шлепай по плечам незнакомых. Не держи их за плечи. Выпускай. Поздравь и отпусти. Во-первых, уверен ли ты, что ты их правильно поздравил? Сегодня то число? Вернись к дверям, спроси, что здесь происходит. Узнав, что ты все перепутал, не хохочи над собой. Только тебе кажется, что это благодушно. Перестань целовать гостей в губы. Коснись щекой. Твой прежний опыт здесь не годится. Вспомни, как ты сюда попал. Не спрашивай у всех, как они спали. Не мешай танцевать. Не проси у хозяев что-то от изжоги до еды. Если тебе что-то из еды понравилось, не говори: «А вот это вкусно!» Не высказывайся во время жевания. Не травмируй гостей кусками пищи. Не спрашивай, почему твой знакомый один, или почему он не один. Мало того, что это не твое дело, так это еще не он. Кричать через стол: никогда не называй гостя по имени. Ты ошибся. Крикнув «Костя», ты вдряпался. Под это имя за этим столом ты уже никого не подберешь. Не говори, что ты где-то уже видел его жену. Старайся оставить хорошее впечатление. Извини меня, после себя. Когда включат музыку, не сиди на месте и не иди танцевать. Ухитрись исчезнуть, не сходя с места. Никакие крики: идите к нам, Михаил Михайлович, у нас весело, не должны содрать тебя с подоконника. Заруби железно, у них весело, пока тебя там нет. В конце вечеринки пару человек предложат проводить тебя. Это не любовь, это сострадание, не путай. Теперь основное. Будь весел с врачами. Все знают, как они рады видеть пожилого человека. Пошути. Скажи, что ты с радостью вступаешь на маленькое кладбище молодого врача, у которого все впереди. Не приставай к медицинским сестрам. Тебе это заигрывание нечем подкрепить. А у них в руках колющий и режущий инструмент. И вообще, твоя болезнь не повод для флирта. Проглоти свое предложение сбежать с ней из больницы в Стамбул, если она захватит шприцы и капельницы. В этом нет праздника. Ни ты, ни она еще не лежали в стамбульской городской больнице. Не рассказывай о себе. Тот, кого ты не помнишь, может прекрасно помнить тебя. Не поднимай крик в больничном лифте. Помни, ты воспитанный человек. Это больница. И перевозка покойника в одном лифте с еще живыми — нормальное явление. У всех своя дорога.
Продукция больницы разная, а лифт один. Помни, только в дружбе с врачами ты попадешь в лифт, ведущий к выходу, а не к вывозу из учреждения. И еще помни, тело пожилого человека чистое, оно почти не употребляется. От головы должно нести ароматом, сорочка должна быть слегка примятой, чтобы с выглаженным воротником не контрастировала морщинистая шея. Даже хилый старичок на носилках хорошо смотрится в дорогой обуви. Запомни, больничный халат, катетер и дорогие лакированные туфли – мода настоящего мужчины. Молодое поколение пусть видит свое будущее. И еще, твоя сила в молчании. Дружелюбным или раздраженным пусть разбирается молодежь. Тем более мысли о суициде не в твоей, а в их головах. Ты готов к любви. И если молодежь тебя уважает, пусть тебе кого-нибудь подберет. Пока тебя не подобрали незнакомые люди. Спасибо.